Всем привет! Меня зовут Юлия Жукова, и вы находитесь на канале моем, в котором есть массовое скопление интересной и полезной информации. Сегодня же мы с вами поговорим о том, что есть замечательный рецепт практически красоты. Но дело в том, что эта красота как раз-таки связана с теми высыпаниями на лице, которые практически всех преследуют нас на протяжении всей жизни. Конечно, есть люди, которые не сталкивались с данной проблемой, у них нет высыпаний, никогда не знают таких, и таких людей я тоже знаю. Но в моем случае я частенько очень сталкивалась с тем, что на лице высыпали различные неприятности такие, а особенно это активировалось перед женскими красными днями. Это очень неприятный факт, и чаще всего за одним высыпанием следует другое, это и акне, и прыщи, и все, что душе угодно. Я это очень сильно не люблю. Я перепробовала все на свете. Я была посетителем косметических салонов постоянно. Косметологи просто для них, наверное, было счастье. Но ничего, по сути, не помогало. Это было, вот, грубо говоря, какой-то промежуток времени, спокойствие, потом опять. И вот каждый месяц гормональный перестрой давали массовую взбучку моему организму, все это показывалось на теле. Я нашла замечательный рецепт, которым я не готова делиться массово, но готова поделиться в личку. Этот рецепт очень легок в применении, но содержит антибиотики. Поэтому это курс лечения необходимо пройти. А потом можете необходимой массой этой всей просто протирать лицо. Там, как посчитаете нужным, один раз в неделю, два, три раза в неделю, это максимум три раза в неделю. А 10-дневный курс нужно пройти изо дня в день два раза в неделю. И какие ингредиенты это все содержит, я расскажу, как это все правильно делать, я расскажу в личку вам. Поэтому это замечательный, в некоторых видео можно видеть, наблюдать. Я вот часто и видео старалась не снимать, такие периоды, когда, ну, мне прям не по себе было. Сейчас я рада эффекту, я хочу поделиться с теми, с кем на самом деле это, кому будет это актуально. Я не намерена, как сказать, врать вам и говорить, что это там вот что-то было, а чего-то не было. Я на себе поэкспериментировала, поэтому с вами готова поделиться. Если вы же это за минимальную плату буквально, поэтому если вы хотите добиться такого же результата, связывайтесь со мной по любому указанному под этим видео способом и задавайте свои вопросы, с вами пообщаемся. При желании я вышлю вам этот рецепт, в каком он виде есть. Поэтому до новых встреч и будьте красивыми!